Ну так, предыстория. После похоты что-то он у меня стал воздух в радиатор набирался. То есть вечером приехал, что-то шипит. Спустил воздух. Утром завел, потарахтел. Снова воздух. Ну, пробил прокладку. Повез. Поехал я его в этот, в Никольск, в мотор. Отдал, чтобы они отремонтировали. Все нормальное, только фильтр не поменяли. А масло залили хорошее. В общем, результат между третьим и четвертым пробила прокладка, прогорела. Головку шлифанули, перебрали. И первая гильза была опущена. То есть зазор был как бы просевший. Ну, стали ее вытаскивать. Вторую. В общем, поменяли все гильзы, кольца, вкладыши. И стал херовенько заводиться. Сейчас посмотрим, как он заводится. Он стоит уже дня 3-4, то есть его не заводили. Ощущение, что у него клапан проваленный. Но эти собирали, все нормально. Попробую закрыть воздухан. Вот специально покажу. То есть он с воздуханом должен крутить. Если до конца воздухан за этот закрывается, он крутит намного быстрее, как будто... Во-во-во-во! А что ты выключил-то? И вот так стал заводиться. Очки только одень, Миш. Квадроциклисты гоняли очки, подобрал. Жалко, в поле валялись. В поле валялись, жалко. А этот посадил своего родственника, а тот спрашивает: а зачем, говорит, в тракторе очки такие? А этот придурок говорит: эти очки для 9-й скорости. По бездорожью, чтоб глаза не вывалились. Всем привет! Как всегда, это я. И по-прежнему меня зовут не Антон, а Сергей. Но это для тех, кто впервые у нас на канале. Утром я заводил его, завелся он не сразу, но завелся. Потому что зарядил полностью все аккумуляторы, почти сутки стояли на зарядке, но вроде бы фу-фу-фу. Напомню, сегодня у нас 21 июня. Фу, июня, о, блин, дал. Ноября. 21. Ночью было минус 10, утром минус 7, сейчас где-то 5, уже, ну, теплеет. Этот я тоже завел, как видите. Опять с подогревом. Без подогрева он вообще не хочет. И, по-моему, у меня не аккумуляторы мозги парят, а парит стартер. Чебоксарский, херарский. Сейчас покажу, какой-то стоял у меня. Стартеру месяц, полтора, наверное. Ну, максимум два. Так, этот куновский я потом заведу. Сейчас на 82-м поеду, привезу сено
ну, себе сюда на базу, не на продажу, а себе привезу сено с поля, захватом и привезу рулон, два может, ну и хватит нам здесь так. А основное на продажу, конечно, куновским с прицепом вожу, там дорожка не очень, но поеду на 82-м и захватом их по чуть-чуть вывезу. Ну, так что посмотрите, будет что интересное, не знаю, будет, не будет, посмотрим.